Всем привет, это Uniland. Сегодня мы познакомим вас с Volkswagen ID.7 Vision. Который является первым чисто электрическим седаном совместного предприятия FOV Volkswagen. Этот автомобиль имеет цветовую полосу сквозного типа и логотип, который может подсвечиваться. Общий стиль дизайна по-прежнему остается Volkswagen. Внешний вид более сдержанный и традиционный. Сбоку он имеет длину кузова почти 5 метров и колесную базу более 2,9 метра, что близко к размерам среднего и большого седана. На вид более высококлассный. Детали продолжают характеристики серии ID, такие как стационарная дверная ручка и дизайн заднего стекла, которые могут дать пассажирам лучшее ощущение пространства в автомобиле. Багажник хэтчбека открывается под большим углом для легкого доступа и хранения. А в задних фарах используется популярная световая полоса сквозного типа, которая при горении превращается из белой в красную, а динамический эффект после включения указателя поворота очень точный. Дизайн интерьера прост. Меньшая приборная панель в обмен на больший обзор впереди. И приборный дисплей более высокой четкости, который предоставляет подробную информацию во время вождения. Руль на ощупь также очень хорош. Премиум-версия имеет руль с подогревом, который подходит для использования зимой. А рычаг переключения передач стал более лаконичным и простым в управлении. 15-дюймовый центральный экран управления отличается высоким разрешением и удобным в управлении. Система проста и удобна в использовании. Поддерживает беспроводную CarPlay, а сенсорное управление громкостью и кондиционером также очень чувствительно. Под экраном есть большое место для хранения. Беспроводная зарядка для мобильных телефонов 15 Вт, два подстаканника. Отсек для хранения сквозного типа, под ним глубокий бардачок под подлокотником, который более практичен для ежедневного использования. Сдвиньте кнопку, чтобы изменить цвет навеса. С большим пространством над головой и больше защиты от солнца, чем у обычных навесов. Пространство для ног и головы сзади аналогично седану среднего и большого размера. Бардачок под подлокотником находится на нужной высоте. Сидячее положение очень удобное. А чисто электрический дизайн также делает пол очень гладким. А общие пространственные показатели лучше, чем у топливных автомобилей того же класса. Ощущения от вождения этого автомобиля очень комфортны, очень тихи при использовании на ежедневной основе. Обратная связь подвески удобная, автомобилем легко управлять. Производительность всего автомобиля очень стабильна. Отображение пробега точное, пространство просторное, а конфигурация удобная. И он подходит для семейного использования.